Итак, делишки-ребятишки, с вами снова Эдисон, и приближается третий сезон Нубика в Майнкрафте. Да, я уже скоро буду дома в Новосибирске, мне кажется, что многие, вот прям реально многие меня просили, многие меня прям каждый день спрашивали, когда же будет новый сезон Нубика. Ну иди сюда, подойди сюда. Новый сезон Нубика будет тогда, когда ты влепишь, ядрить, колотить вот такой огромнейший лайк на эту серию. Потому что, если Катя увидит то, что под этим роликом соберется очень много лайков, я уверен, то, что у нее появится огромное желание записать третий сезон. И зачем я всех вас сегодня собрал? А вот затем, то, что к третьему сезону все же нужно подготовиться. Я решил! В первом сезоне, если кто-то помнит, Катя сама себе строила дом. Во втором сезоне, если кто-то помнит, я, Катя, строил дом. А сейчас у нас будет третий сезон. Я решил, что Перчик построит ей дом. Если бы у Перчика были руки, но у него лапки. Поэтому сегодня я соберу всех своих подписчиков, с кем я записываю ролики. Как вы видите, я уже собрал здесь такой круглый стол. Винишко по центру, винишко для Стасика, потому что Стасик любит винишко. Вот. И везде стулья. Поэтому я сейчас позвоню каждому своему подписчику, приглашу его вот сюда, ко мне домой. С ума сойти, что с моим домом произошло. Но я решил, что Катя будет жить возле меня. Я сейчас объясню, сейчас не переключайся, не выключайте наше телешоу. Я сейчас объясню, почему я так решил. Кому можно позвонить? Давайте сначала... Угу, Мии позвоним. Алло, утка. Слышишь? Алло. Короче, приди ко мне домой, если тебе не сложно. Вот этот дом, который грабитель постоянно грабит. Можешь сюда прийти? А зачем? Я потом скажу, давай иди сюда и притащи как можно больше строительных блоков, потому что сегодня мы с тобой будем строить много всего интересного. Давай, тяни жопу сюда. Хорошо. Давай. Так, одна есть. Так. Ага. Стасик! Привет. Здорово. А можешь жопу свою притащить ко мне домой, вот там, где... Которую Катя мне подарила. Можешь сюда. И строительные блоки тоже захвати. О, уже Мия даже пришла. Что случилось? Сегодня мы строить будем кое-что. Давай, тащи жопу тоже сюда. Хорошо. Давай. А, подожди. Стоп. А, позвони Сухарику, чтобы он сюда тоже пришел. Окей? Хорошо. Вот давай. Так, короче, Мия, здорово. Строительные блоки притащила? Есть? Все нормально. Сейчас ждем Сухарика, ждем Стасика. И кого еще можно? Вот последний стул. Давай Никичу позвоним. Ага. Так. Опа. Никич! Алло, да, привет. Алло. О, привет! О, уже и Сухарик пришел. Короче, Никич, мы тебя здесь ждем всей компании возле моего дома, который грабитель постоянно ограбляет. Здесь нас уже четверо, поэтому давай ты пятый будешь. Окей, что ты кипишь? Никакой не кипиш, тащи свою жопу и тащи строительные блоки. Сегодня мы с тобой будем кое-что строить. Давай. Окей, выбегаю. Короче, для чего я вас собрал? Сегодня ваша задача будет построить Кате дом. Потому что, как вы знаете, уже скоро будет третий сезон Нубика, поэтому... Опа-ля! Кто там бежит? Смотрите, кто-то бежит. Стасик, харе кукурузой разбрасываться. Подбери кукурузу. Короче, Никич, притащил строительные блоки? Все нормально? Хорошо. Сейчас мы... Костя! Добрый день. А ты что приперся? Я тебе даже не звонил. Костя... Сколько зимы? Кого? Да хватит по-грузински разговаривать. Все, Костя, ну тут для тебя места нет, поэтому давай под стол залезай или можешь на свинке сидеть. Ну хорошо, все, Костя, да, я объясню. У тебя хотя бы есть строительные блоки. А как ты вообще узнал то, что мы собираем? Кто его пригласил? Кто его звал? Мне написали. Кто? Да я не скажу, у меня свои секретные информаторы. А у него все свои секретные информаторы. Короче, Костя, ты тоже слушай. Сегодня ваша задача построить для Кати самый очумительный дом, который только может существовать. Вот здесь. Давайте все сюда за мной. Подождите, Стасик, может винишко зовут. Кто бухать будет? Там минеральная вода.
Я хочу. Давай, забирай. Короче, вот здесь ваша задача построить для Кати дом примерно, ну вот где-то вот здесь. И она также будет жить в таком же криминальном районе, где я живу, поэтому будет обучаться мастерству Майнкрафта, мастерству защиты дома. Да, я о Кате очень сильно забочусь, я забочусь о том, чтобы на нее грабители тоже каждый день нападали. Ну как, мы все ее будем защищать. Скидывайтесь, скидывайтесь, не надо мне бухло, скидывайтесь строительными блоками. Вот давайте, все, что вы притащили, скидывайте сюда. Вот каждый, давай, 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 давай. Стекло, а губка нам зачем? Мы дом из губки не будем строить. Так, ага, ага, песок, душ. Ну ты дебил, конечно, Никич. Дальше у нас кварц, дальше у нас, а тыквы? Тыквы, Стасик, тыквы зачем? Ладно, все, собирайте, собирайте и начинайте строить. Короче, делаем так, я буду бригадиром, а вы просто дружно всей компанией должны построить что-то прям настолько очумительное. Поэтому все готовы? Кто готов, кивните. Все? Все хорошо. Фух. Погнали. Короче, Равшан и Джумшут и все остальные, кто здесь есть. Мия, ты строишь фундамент. Костя, ты строишь столбы. Потом Никич бегает стены. Стасик, ступеньки. Сухарик, окна. Крышу, чердак. Колодец, туалет. Короче, Сухарик, в принципе, за все ответственный. Поэтому давайте, погнали, погнали, погнали. Быстро, быстро, быстро. Уже скоро нужно. Катя уже скоро как бы здесь будет. Точнее, я там буду возле Кати. Вот, поэтому давайте, все, 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 все. Давайте по очереди, чтобы все красиво получалось. Скомбинировано, чтобы никто ни с кем не срался. Нормальные окна. Не толкаться, не биться. А я пока, ну... Я вот буду думать, чтобы хороший у нас дом получился. Ну, буду просто знать, я буду проецировать его у себя в голове. Я как бы тоже, я работаю очень сильно. Ля-ля! Ну, слишком много окон, слишком много окон, Сухарик, ты с ума сошел? Все стены из окон будут создать. Уберите окна, чертовой бабушки! Сделай нормальные окна, вот двойные. Чтобы двойные окна были, а не десятерные. Вот так, вот столько хватит. Все остальное застраивайте. Застраивайте. Окна уберите, уберите окна. Ступеньки, второй этаж, чтобы чердак был. Также подвал можно. Там будем мариновать с Катюхой огурцы. Всякие солености будут. Помидорки, люблю маринованные помидорки. Кто любит маринованные помидорки, тоже напиши в комментах. Вот, кухня, чтобы кухня огромная была. Катя будет там, люблю Катины сырники на самом деле, вот. Поменьше окон, поменьше окон, зачем столько много окон? Сухарик, вот здесь тоже можно убрать. Здесь убери окно, вот здесь убери окно. Вот, прекрасно. Второй этаж, второй... А этот блок-то тоже что-то сделает. Да не сочетается, ну Костя, ну не сочетается со стеной. Ты видишь, что тут стена из призмарина. Ну чё ты за дичь-то такую делаешь? Ну Костя, сделайте работу. Будьте молодцами, я вас всех отблагодарю. Стасик, зачем тыквы? Хэллоуин уже давным-давно прошел. Да убери ты эти тыквы. Тем более они страшные, не надо Катю пугать лишний раз. Так, давайте, да, застраивайте все, кварцем. Сухарик, молодец, молодец. Какие молодцы, ты смотри. Я пока пойду к перчику, вы там стройте. Ля! Не, ну нормальный дом, они там бебехают. Ты видел перчик? Они пришли буквально реально построили за минуту. Вот сейчас я туда пойду. Ля, смотри, смотри, что-то там начали строить. Сейчас я пойду разберусь, потому что они уже какую-то там фигню начали строить. Что за... Сейчас, подожди, перчик. Что за песок душ? Вы что там делаете, дебилы? Вы зачем губку начали строить? Никит, ты дебил, что ты сделал? Что ты с полом сделал, дебил? Мама, дебилы. Слушайте, да вы... пошли вы все в лес. Я сейчас... Зачем вы губки ставите? Реально, зачем вы губки ставите? Какой лес? А зачем здесь песок душ? Вы реально хотите, чтобы Катя полчаса в дом заходила, пока здесь протопчет? Да это дебил. Это Никич. Никич, убери этот сейчас сраный песок. Чё ты меня бьёшь? Ёханый бабай, такой нормальный дом начали строить. Вы чё, как, а зачем губка вы мне... А зачем поршни здесь? Да уберите вы эти тыквы, да уберите вы эту губку, да зачем эта губка, алло? Костя, не убираю. Тупая, что ты сделала? Да что я делать, дебилы? Сыру, не убираю. Зачем вы поршни ставите? А зачем поршни ставите? Да. Что вы делаете, Костя? Будет автоматические двери. Да дебил, это Никит сделал. Какие двери автоматические? Какие двери? С ума зашла, что ли? Зря я позвал вас, наверное, всех, да? Меня просили тыкву не ставить. А тебе губку. Тогда зонт. Заткнитесь все быстро! Быстро заткнулись все!
Вы что, с ума сошли? Нормальный дом начали строить, вот нормально продолжайте его строить. Начали фигню какую-то здесь делать нормально, слаженно, одной дружной компанией. Взяли и продолжили строить дом, чтобы здесь еще где-то 2-3 нормальных этажа было. Нормальную многоэтажку, где буду жить только я, ну и вы, конечно, иногда будете к нам в гости приходить. Нормально, убирайте вы эту губку сраную. С ума сошли, чтоб больше не срались. А сейчас, перчик, я сделаю Кате сюрприз. Сейчас я позвоню Кате и скажу ей то, что, ну, немножечко мне тут помогают подписчики. Мы строим самый очумительный дом, который только может быть. Так, Катюха. Мне кажется, она просто, ну, банально обрадуется, да, то, что мы строим дом. Ей уже не придется строить самой потом в следующий раз. Алло. Алло. Алло, привет. Да, здорово, здорово. Ну чё, как? Готова уже? Да, ну третий сезон. У меня тут для тебя небольшой подарок есть. Какой? А, ну, мы тут с подписчиками начали для тебя дом строить. Красивый? Получается очень даже круто. Вот. Ну, главное, чтобы красивый был, чтобы все красиво, вся ветвенька. Ну, слушай, немножко фиолетового есть, вот я там вижу, вот там просвечивается, вот там фиолетово. О, много окон, вот это хорошо. О, ну главное, чтобы нормально. Подожди, Катя. Сухарик, ты зачем там уголь ставишь, дебил? Нет, Кать, реально, вот третий сезон прям будет, конфетка просто с мармеладом внутри. Дом настолько крутейший будет, то что ты даже не представляешь. Оставьте фиолетовый цвет, Костя, оставь фиолетовый цвет! Костя дебил, как обычно. Знаешь вот этого наркомана, который со мной постоянно играет? А что, может побольше фиолетового? Побольше фиолетового, Катя сказала! Слушай, ну, Кать, можно я приеду на денек, на два позже? Почему? Это потому что мы тут немножко не успеваем. Ну, все не... Не доделаем. Дом очень... Подожди. Ну, дом очень хороший получается, честно, дебилы строят его какие-то. Ну, хорошие подписчики, но дебилы. Вот вижу, еще там два блока фиолетовых, да. Два? Да, два блока фиолетовых. Надо побольше фиолетовых, слышали? Кать, я задержусь где-то на недельку, хорошо? Почему на недельку? А, ну потому что мы очень крутой большой дом строим, мы просто не успеваем. И тут, ну... Всё нормально, это дело... Ой, поверь, Катя, ты, поверь, не доделаем это все вместе, потому что тебе лучше этот дом пока что не видеть. Вот, больше фиолетового стройте! Катя, все хорошо, все. Не парься, дом просто конфетка, просто, как я уже сказал, просто мороженка, печенька, вот прям самый большой, самый вкусный, самый красивый, не могу сказать, потому что он еще не достроен, но получается круто, Катя. Это самое главное. Ну... Главное, чтобы хороший креветки был, стоял. Креветки, ты сказала? Креветками, чтобы стоял. Какими креветками? Ветром, чтобы не снесло. Ну, мне кажется, реально такой дом можно дунуть, его там ветром снесет. А, ну потому что мы его еще не укрепили, все будет нормально. Угу. Ну, смотрите. Ну, хорошо. Нормально. Ты как? Ты вообще готова к третьему сезону? Я-то, конечно. А, ну... Да, хорошо, все очень, да, круто, Кать, все, пока, потому что дом, здесь все строится, все прям огромный такой дом, поэтому времени нет, я тут бригадиром работаю, поэтому давай, Кать, будем прощаться. Ну, пока. Давай. Дебилоиды, да просто, вы что делаете? Вы с ума сошли? Это что за дичь? Да я сейчас Кате позвонил с надеждой то, что скажу, что здесь офигенный дом получается. А пока я разговаривал, вы начали какую-то, да я даже не знаю, что это современное искусство какое-то. Да я сейчас бомбить буду, а не вы будете бомбить. Вы молодцы, я шучу. Это просто я не разбираюсь в архитектуре, вы молодцы. Продолжайте. Больше фиолетового, Катя сказала, больше фиолетового. А я отойду, я в туалет отойду, хорошо? Я сейчас приду. Стройте. Вот один. Ага, зелень невидимости.
сейчас все будет. Если они не хотят так, значит будет немножко по-другому. Так, меня не видно. Прекрасно просто. Я возьму вот этот предмет на всякий случай, возьму вот этот предмет на всякий случай и возьму вот этот предмет тоже на всякий случай. Типа спички, мне кажется, мне пригодятся. Ага. Как раз ночь на улице, все хорошо. Вот там они строят. Дебил, я реально лучше бы сам взялся и сам бы построил этот дом. Что просить, что не просить. Вы просто посмотрите, что они начали строить. Вы с ума стекло. А где кухня? Где спальная комната? Где туалет-то? Ладно, хорошо. Сейчас мы немножко по-другому разберемся. Так, главное, так, на первом этаже кто-то есть, а на втором? Так, на втором этаже никого нет, и надеюсь, что сюда никто не поднимется. Я понемножечку... Я намекну подписчикам то, что они не помогают, а наоборот делают только хуже. Вот сюда я поставлю вот так и вот так. Они меня не видят, они даже не знают, где. Я сказал то, что я пошел в туалет. Так. Там Никич. Главное в Никича не попасть, а вот туда попасть. Ну дебилы! Что за дебил ТНТ поставил? Да это Никич наверняка. Это его. Да либо Костя, это ты был, я видел, да это Костя дал. Динамит. Костя, ты идиот. Как тебе ты нельзя ты динамит давать. Иди в жопу, Стасик, это Никич. Это ты. Да что ты меня бьёшь? Только что у тебя ТНТ были. У меня не было ТНТ. Да кого ты тут заливаешь? Что ты сделал? Мы стараемся убить вот какого-то ТНТ. Да идите вы все, знаете куда? В лес. Так мы и так как в лесу, идиот. Давайте мы должны строить дом. Восстанавливать теперь то, что взорвал. Да иди строй! Я же говорил, это не я. Мия, это ты. Значит, Мия, потому что вон она в доме стоит. Был бы Костя был тоже в доме стоит, начнем с этого. Да ты ближе была. Кого мозгов нет? У Никича. Это меня взорвала. Да ты Минс. Да это у Кости мозгов не хватает. Вы видите, Никич всех обвиняет. А может, Стасик вообще? Никич всех обвиняет, значит, это Никич. Это Стасик с Никичем в сговоре, да. Ясно, все спорно. Да, они же вместе парочка. Кто мины поставил? Опять Костя. А смысл мне на них наступать? Да какой дебил на мины наступает? Ты... Это хлеб, все. Да, ну конечно же. Кто еще? Кто еще это мог быть? Это Никич. Вы что, дебилы? Эд, нам Никич дом сломал. Да Никича сейчас вообще к чертовой бабушке забаним, и Костя во вторую очередь. Вы что делаете? Костя? То есть вы строили такой шикарный дом, то что даже Кате понравилось. Я ей скрины поскидывал, фотки, она говорила, то, что это лучший дом в ее жизни. Дом мечты, даже семью там заводить можно, детей рожать. Жить готово до конца веков. Что вы сделали? Это все Никич. Кто это сделал? Никич, это ты... Быстро сервера ливнули быстро, пока не забанило к чертовой бабушке. Что одного, что другого. Ливнули сервера быстро. Никич! Сваливай отсюда! Ники сейчас забаню, если сам не ленешь. Придурки. А вы почему не следите за ними? То есть вы считаете, что это нормально? Я попросил дом вас нормально построить. Стройте... Не, вы хороший дом построили, самый лучший. Но зачем-то взрывать его нужно было? Это не мы взрывали, это они. Фу, дебил. Так, быстро свалили отсюда, я сейчас сам все построю. Быстро свалили отсюда! Быстро сказал! Фу! Что просить, что не просить всегда. Вот Никич, подлюка! И Костя тоже! Тикай меня за городу, тикай! Дебил, я говорю, все всегда самому нужно делать. Дурдом просто, реально, что проси, что не проси, вот все эти подписчики только каждую рубрику портят. Вот я говорю, сделайте так, они делают вообще по-другому. Ну, перчик, ну посмотри, ну что это за дичь? Ладно. Всегда все делал сам, сделаю в этот раз сам. Как говорится, никто не сделает лучше, чем ты. Поэтому дайте мне сейчас пару часиков, я все построю. Ну дебилы, дебилы! В общем, дебилы. Собрал я здесь, потому что я построил сам дом. Прошло несколько часов. Спасибо, конечно, все, что пришли. На счет три
Разворачивайтесь. Передо мной сейчас находится дом, который я построил, но я не могу никому его показать, потому что я хочу, чтобы это был сюрприз. Готовы все? Давайте. Раз, два, три! Разворачивайтесь! Ого! Бля какой! Бля какой! Костя, Костя, что скажешь? Джанкайра, просто Джанкайра. Кого? Опять на грузинском что-то там бормочешь? Ага. Никич, а как ты? А можно с вами жить? Да, да, конечно, с нами жить. С ума сошли. Ну, давайте я вас усыновлю, и тогда будете с нами жить. В общем, как вам дом? Если оценивать от 0 до 69. 69, конечно. 101. Ты дурак, я сказал до 69. Никич, как всегда, наркоманит. В общем, хороший дом. Мне кажется, Кате должен понравиться, да? Слушай, я не могу его показать, я покажу в следующей серии. Вот прям, ну давайте сделаем так. Что нужно делать в первую очередь? Вот я реально иногда не знаю. Или лайк ставить, или на канал подписываться. Что лучше, скажите? И то, и то. А что лучше, дебил, я спрашиваю, что лучше? Подписка. Подписка. Подпишись на канал, потому что следующая серия уже, скорее всего, будет с Катей. И чем бы... Костя, верни сюда! Я думал, ты уже убежал. Не трогай дом, не ломать, даже не смотреть на него. То опять сейчас какую-то фигню начудите. Следующая серия уже выйдет, скорее всего, с Катей. И в следующей серии я покажу уже всем, какой я дом там построил. Потому что, что вам доверяться, вы реально какую-то фигню просто делаете. Ставь лайкусик, давай наберем 20 тысяч лайков. Я обещаю то, что в ту же секунду выйдет новая серия с Катей. Уже третий сезон Нубика. Поэтому, когда он выйдет, зависит только и только от тебя. Я скажу всем огромное спасибо за просмотр. Всем удачи и всем пока. А сейчас быстро сервер наливнули, наркоманы Петровичи!